Побеждаем! О! О! Папа! Папа, привет! Привет, у меня для тебя есть подарок. О, какой, какой! Ну-ка, давай сюда, скорее! Давай. О, ну-ка, а что тут? Ну-ка, пойдем в соседнюю комнату. Ну-ка, что у нас тут? Оп-оп-оп. Новая футболочка! Ну-ка, сейчас я ее примерю. Вау, папа, это же прямо как... Подождите. Это футболка с Человеком-пауком! Папа, спасибо! И это, кстати, я сегодня скачал YouTube. Такое классное приложение. Я хочу, короче, стать блогером. Ну-ка, смотри. Давай видео первое снимем. Так, сейчас. Папа, привет, папа. Сделай, пожалуйста, сигма-слово пацана 100%. Ну, папа. Ну, пап, ну надо стой! Телефон заблокировать. Я ему родительский контроль скачал, надо ему телефон. А почему телефон выключился? Эй! Так, я пришел. Да ну нафиг это телефон! На! Что такое? Ой, телефон разбил. Папа, не бей! Нет! Опа! Все, я спрятался. Так, все. Так, где мой ремень? Какой ремень? Ты чё? Какой ремень? Не, спасибо, не надо. Я спрятался, все, меня не видно. Я в домике. Ой, ребята, чё-то мне сейчас будет, по-моему, нехорошо. Что же делать? Он же сейчас придет, мне хана будет. Так, надо, мне кажется, сбегать к другу. Только вот дом-то закрыт, я не знаю, что мне делать. Так, ладно, но мне нужно, наверное, просто вот так взять, встать и... Стой, я тебя не буду ругать, подожди, стой. Что такое? Короче, раз телефон разбил, будешь теперь с кнопочком ходить, на, бери. Что за отстой? Ну вот, теперь придется ходить с кнопочным, отстой. Давай лучше кушай, готовь. Так, ага. Эй, сынок, иди кушать. Так, мне, да, папа, купил iPad. И да, мне уже... Не 4, мне уже целых 6. И скоро, да, я пойду уже в школу. А, что? Пойдем кушать. А, кушать? Ну, пойдем. Кстати, слушай, iPad вообще классный, спасибо большое. Так, оба, а что сегодня кушать будем? Как тот телефон об камин. Да, помню ту историю 2 года назад. Так, ладно, что кушать-то будем? Бургеры? Хот-дог. Я тебя положил уже. А где мой? А, он там лежит, ну сейчас возьму. О, крутотенька какая! Кстати, а что сегодня за день-то вообще, а? Какой-то, ты мне вчера говорил, что сегодня какой-то знаменательный день. Вот, так, ой, это что тут? Да, сегодня знаменательный день, ты идешь в школу. Мне друзья говорили, которые старше меня, что там отстой полнейший. Да, не клеветали тебе. Ладно, пошли, да? Одевайся. Ты уверен? Я тебе ну, уже ладно. Портфель собрал. Стой, я тебе портфель собрал. Здесь, да? Я думаю, худоги с собой взять. Ну так, ладно. Вот, бери, так, вот тут бери портфель. А, стой, подожди. А там же в школу, по-моему, в другой одежде, да, ходят, нет? Ты мне, по-моему, говорил. Ну, кстати, да. Ну, иди там, костюмчик надень, у тебя вроде в шкафу. Костюмчик? А, нет, это тот, который некрасивый, да, блин. Ну, давай, может быть, что-нибудь другое, а? Да иди давай, сейчас. Давай. Чего не знаю. Да уж, ну и одежда, конечно. Ладно, я иду. Да уж, костюм, да, реально отстой. Папа, привет, ладно, поехали, короче. Ай, так, iPad с собой взял зато. Сейчас буду играть, та-таран-таран. Да, хорошо, что я уставил на твой iPad тоже, родительский контроль. А чё, он заблокировался? Да блин, а ну папа! Ай... Ладно. Ну ты да, я забираю. Поехали. А что случилось? Мне друзья в школе сказали, что у меня одежда фигня полнейшая. И там все ходят в крутых всяких, как они сказали, шмотках. Ну да, тут я согласен. Надо бы тебе новую одежду. Ну блин. Ладно, пойдем в магазин. Так. Поехали. Раз магазинчик рядом. Вот. Так. Да, давай.
О, да, вот это у меня имидж, вот это я понимаю. Ой, ладно, пойду в компике посижу. Да, не говори, Васильчик. О, пап, привет. Здорово. Так, опа, присядем же, ну что у нас тут сегодня интересного? А, сын, это, может на рыбалку съездим? Чего? Может на рыбалку съездим? Ну, ай, пап, ну какая рыбалка, опять что ли? Да давай, и пойдем. Да нет. Эх, блин. Так, сколько там время? 8:40! Так, давай шевели булками быстро в школу быстро. Да какая школа, ну папа. Так, все, я интернет пошел вырубать. Так, куда он пошел? Не понял? А че комп вырубился? Ах ты ж, ну ничего, у меня есть мобильный Wi-Fi, как говорится. Так, все. Так, детский контроль у меня где-то еще завалялся. Так, выключить. Та-та-та. Пап, я пароль от контроля уже 1000 лет назад уже узнал, как бы. Ой, так, ладно, я пойду вообще, ладно, пофиг. Лучше приму ванну, прям в одежде, да, я же крутой. Надо его пранкануть. Вот пропаду, я посмотрю на его реакцию. Кайф. Та-та-та-та-та-ран. Так, надо бы еще покекать. Так, ладно, вообще я хочу поесть, на самом-то деле, да. Я вообще не заодно не только же компьютер посидеть, но и поесть, да. Ну, комп и так уже не работает, фикси, ну ничего, попозже включу, сейчас мне пока лень. Вот, колку возьму, нормально. О, да. Так, что у нас тут и... Пап, ты чё? Блин. А, чё? Это ты меня типа проучить так хотел. Ну ты, папа, конечно, даешь. Ладно, короче, знаешь, ой, что-то у меня голова болит, наверное, я не иду сегодня в школу. Да, все, я пошел. А как? Вот как? Так мы запели. Так, я тебя понял. Да, я так себя сам запел, да, все, давай, спокойной ночи. Так, вот твой телефон и планшет. Так, берем твой телефон. А планшет-то у меня не. Стоп, откуда у тебя еще один, в смысле? Ну, достал его. Ладно, а, это мой старый. А, ладно, понятно, ладно, все, я спать, не мешаю. Так. О, боже, долго ай, с ним. Ай, сынок. Ой, чего? Что, опять, пап? В универ пора, вставай. Ну, опять универ. Боже мой, ну, блин. Так, короче, сейчас, подожди, надо умыться вообще. Так, все, пап, я поехал. Ты помнишь, что у тебя сегодня контрольная? Да, помню, конечно, у нас сегодня там столько всего. Давай, пока, пап, я погнал. Бежку. Я тебя довезу. Да не надо, все, я уже побежал, давай, пока. Да давай, садись, пожалуйста. Ой, ладно, папа, давай. Что ж у нас в одном здании школа еще и универ встроен? Вот это, конечно, гениальное, я считаю, решение. Зато ходить не надо далеко. Все, останавливаю. И я пошел. Все, давай, пап, пока. Давай, пока. Ай, универ. Опа. Нужно навестить папу. Как он там уже? Ой, да, ну я-то разбогател. О, его старенькая машина. Еще с детства у него эта машина. Она тогда еще казалась крутой, а сейчас уже да. Так, ладно, пап, ты где там? Парень в такой же футболке, как у меня? Да, нужно будет футболку поменять. У меня для папы есть подарок. Сейчас мы оплатим за одно лечение. Так, деньги. Ага, так, вот мне сюда попросили оплатить. А где? Не понял. Ладно, попозже. Так, ну я думаю, ничего страшного, если я без стука тут как бы ворвусь. Так, пап! Папа, ты где, пап? Какой он платье забыл? Пап, ты как? Сынок, слушай. Привет. Так, какой капец у тебя этот голос какой-то ветреный, аж знаешь. Ты, видимо, от боли, я не знаю. Ага, то есть ты постарел, а девушек все еще по телеку смотришь. Ну, папа, ты не меняешься. Ладно, короче, у меня для тебя хорошая новость. Во-первых, я сегодня оплачиваю твое лечение полностью, потому что я конкретно разбогател. Короче, так вот, я же разбогател, да? Значит, смотри, этот мешок денег я оставляю тебе вот сюда. Оп, нет, отлично, нет, и лечение слушай, я тебе полностью оплачиваю. Сынок, оплачиваю. Послушай, у меня для тебя плохая новость, только выслушай меня, слушай. Мне поставили смертельный диагноз, мне стало жить недолго, его невозможно вылечить. Пап, ну как так? Нет! Нет!
ты как так-то? Ну как так? Я тебя же еще на Гавайи, на Мальдивы не свозил. В Дубай ты еще не был же. Нет. Не, ну пап, давай. Помнишь же, когда мы были с тобой в детстве? Нет, пап, ну хотя бы, я не знаю, давай на память, мне нужно ставить момент, я не знаю, что ты, крайний раз, возможно, рядом мы. Все, дай-ка я позвоню своим родным, так, алло, Михалыч. Да, что такое? Михалыч, у меня смертельный диагноз. Как так, дружище? Нет! Так что, извини, Михалыч, это мегалодона больше не будем ловить на хлеб. Ну, давай, с кем не ловить-то тогда? С кем? Вон, Петровича позови. Давай, пока. Короче, папа, все, я не знаю, что делать. А сколько тебе осталось-то? Дай-ка я встану. Тебе же отдыхать надо, ты че, пап? Подожди, где мои костыли там? Ты что, с печеньку грызешь, сидишь? Костыли, давай, хватай. Куда ты? Подожди, дай печеньку доем. Господи, блин, папа, ну я не знаю, ну возьми ты деньги хотя бы! Зачем? Мне уже ничего. Держи, ну я не знаю, ну купишь себе что-нибудь под финал. А, блин, они тяжелые, не-не-не, я могу сам отнести, давай я возьму. О, все, я отнесу. Куда ты, куда, что? Хочу пройти к своей машинке. Ой, машинка у тебя самая лучшая, самая новая, круче, чем моя. Моя, кстати, рядом припаркована. А, мою угнали, что ли? А, ты как, пап, ты чё падаешь-то? Нормально. У меня машину угнали! Нет. Ой, пофиг уже, ничего. Вот же помню, как только ты родился, вот на заднем сиденье тебя вез. Да, смотри, как я теперь могу делать зато. Папа, капец, ну как так? Я твою компанию по рыбалке даже выкупил. Что... капец. Спасибо. Недавно ты думаешь, от кого деньги-то пришли? Капец. И что, и все, что ли? Походу, да. Нет, ну как-то. Что-то плохо мне. Пап, ты что, пап? Так, какой скорая? Скорая! А у них же перерыв. Нет, папа! Папа! Нет!